парикмахер. Мама работает парикмахером. Подстригает прически и моду головы. Парикмахер, он подстригает нам волосы. Вот, например, у меня косичка. Он раз ее и подстриг, и нету. Я не боюсь парикмахера, и он не может отрезать ухо. Но я еще на тоже каком-то смысле парикмахер, потому что я бывает куклам волосы режу. Я стригла мама, и она мне кое-что нарисовала. Он может сделать вот так, чик-чик-чик, но немножко трудно, потому что он там все вот так делает, чтобы красиво вот так было, вот так на голове. Есть салон какой-то, где мне стригут волосы, подстригают, там они измеряют сколько. И еще там есть тоже кассиры. Парик – это очень полезная штука для женщин. Парики даже носят артисты.